прошедшем в Москве конкурсе «Учитель года» преподаватель истории обществознания Новолапинской средней школы Ришат Калимулин вошел в первую пятнашку финалистов. На родине педагога встречали словно победители. И действительно, добраться до такого высокого места учителю сельской глубинки, да еще и в таком молодом возрасте, очень непросто. Ведь с конкурентов у него были представители всех регионов страны. Это конкурс действительно очень сложный, причем в этом году впервые на конкурсе были представлены все 85 регионов нашей страны. Участники были вообще со всех уголков нашей необъятной державы. И поэтому очень сложно какие-то ставить заранее цели, ожидания, но тем не менее готовился я серьезно. В этом большую, конечно, помощь оказывало и Министерство образования и науки, и Центр образования системных инноваций, и наша школа, район. Поэтому в целом я, конечно, планировал выступить хорошо, но то, что мои выступления, мастер-классы, уроки оценят, и я смогу войти 15 лучших, конечно, я не ожидал. Это была определенная неожиданность. Одним удачным выступлением любимого учителя достижения Новомалоеклинской школы не закончились. Почти одновременно со всероссийским конкурсом образовательное учреждение удостоилось попадания в топ 200 лучших сельских школ России. Уже третий год подряд. Родители выпускников школы высоко ценят учебное заведение и сравнивают его с лучшими школами мегаполисов. Мы считаем, что педагоги нашей школы дают устойчивые и стабильные, хорошие, достойные знания нашим детям. Наши дети впоследствии поступают в вузы не только нашей области, но и по всей территории Российской Федерации. С двумя совпавшими праздниками в школу приехал поздравить губернатор Ульяновской области Сергей Мороз. Дорогие ребята, дорогие ученики, от имени региональной власти Ульяновской области, от лица всех жителей нашего региона и, конечно же, от себя лично, искренне поздравляю вас с высокими достижениями в образовательной сфере. С тем, что ваша родная школа вновь вошла в число 200 лучших сельских школ Российской Федерации. Вот уже третий год подряд вы достойно представляете Ульяновский регион в этом престижном рейтинге, уверенно одерживая в нем свои высокие позиции. И я искренне благодарю вас за это, за ваш профессионализм и тот огромный вклад, который вы делаете в развитии и совершенствовании нашей образовательной системы. С пустыми руками на праздники не ездят. Вот и глава области подарил подарки виновникам торжества. Ришату Калимулину Сергей Морозов вручил сертификат на получение 200 тысяч рублей. Вместо работы учитель получил 500 000 рублей на развитие образовательного процесса. Игорь Титов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.